Наверное, да, в среду. В кабинет зашли, там на втором, теперь в новом здании, там есть кабинет, где дают на диспансеризацию нам. Девчонка какая-то зашла, она до такой степени кашляла, там, мы же даже удивились, говорим, сидим там, мужчина сидел, со мной рядом женщина, я говорю, что вы не так кашляете? Врачина там сидит-то, ну, если она так кашляет-то, это сидит-то, делает-то. И она выходит без нас, ну а кто знает, но все равно какой-то этот коронавирус начался путем вот этих капельных этих. Может быть и... Ой, господи, не знаю, я говорю. Честно, даже тебе не могу сказать.